Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и назвали самые желанные направления у россиян для поездок по бизнесу. Об этом сообщает РИА Новости. На первом месте оказался Санкт-Петербург, в этот город в командировку мечтают отправиться 16% опрошенных. Далее идут Москва 11% и Сочи 5%. Кроме того, некоторые россияне признались, что хотели бы нанести деловой визит во Владивосток, Казань и Калининград, по 4% респондентов. Опрос проводился с 10 ноября по 4 декабря среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 228 населенных пунктов всех округов России. В ноябре стали известны самые популярные направления для отдыха россиян на новогодние каникулы. Как отметили эксперты, несмотря на пандемию коронавируса, ажиотаж на отдых в России привел к небывалому росту бронирований жилья на курортах. Самым востребованным направлением оказалась Красная Поляна. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.